Чтобы спасти от стихии вовремя, всероссийский этап тренировки по подготовке к пожарам и паводкам прошел сегодня в областном центре. Построение личного состава организовали в 1-й и 8-й частях. Руководитель областного чрезвычайного ведомства проверил оборудование аэромобильной группировки. Осмотру подлежала и техника. Учения двухдневные. Их результаты проанализируют на всех уровнях власти. Отмечу, подобные тренировки проводятся ежегодно. Проверить готовность к реагированию, своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации с целью минимизации последствий чрезвычайной ситуации и, соответственно, недопустимости гибели, травмирования людей и причинения значительного ущерба.